Игральные кости или обычные кубики, которыми мы пользуемся при игре в настольные игры. Набор их отличается, как правило, только цветом. Итак, лад двору, раздел игры, интерактивные средства и мультимедийные объекты. Имеются зеленые, красные и так далее варианты. Кости имеются двух разновидностей. Можно вытащить кости, имеющие на своих гранях очки, и тогда при щелчке выпадает какое-то количество очков. Мы имеем возможность это средство увеличивать в размерах или уменьшать. Кстати, во время урока, если мы пользуемся костями, не нужно увлекаться размером. Количество очков и так будет видно, а кубик большой по размеру вращается медленнее и занимает больше ресурсов компьютера. В принципе, можно использовать не один кубик одновременно, а несколько. Щелкаем один, щелкаем второй. И так на двух кубиках выпало одновременно 9 очков. Можно использовать также кубик, у которого на гранях нанесены числа. В этом случае не только числа, но еще и комментарий, к сожалению, не на русском языке. На мой взгляд, полезное и функциональное средство, которому вы, конечно же, найдете применение.